رمشو خونتاوای شارت مرگی برزا بریخا امی باسیم مریزان دا خورزه دبران و سندان خوش اماجی اتک جوبه توکی اتک امی ارزوری خوش مرگی برزا امی سندان کاته کچول большое спасибо организаторам и спонсорам этого мероприятия чтобы благодать святого Георгия Победоносца славить в их семьи, их детям. Я не буду долго говорить, почему я представил больше супруги, лишь бы она занималась детьми, занималась сайтом, ходила в церковь, все условия, лишь бы она делала то, что я когда-то мечтал и хотел. У меня будет несколько просьб к вам. Если хачмадан менте мен чулохун, а я дах пармытула да баитула, ан баяхан ла пашрах, ан авах дар кул капшартет млятан, о дах хачма пасуляя. Итха, юма ха хабра, лепага татурая. شکت خاچ زی جماعه که خاطرای بطرخ داخل بود اولا نیسور منوی دار شکت خاچ من بیتوی تن خان آشاتین عمر لای شکت خاچ یرخ خاچ اخنن خامنن آتین عمر اون چامس اخا مانا دیولک عمر شکت خاچ مرتد بیتا بشل خام خولتد آتورای جدو بیتا کتو بیده یا طیل مخلای تاتورایه و من دجور تطلی کت یرسور من بابی یا طیل تاشیتت بیتوی تی یعن باباباتی ملپیل یا چتفیل یا ویل که یرسوری تاشیتت بیتوی تی یعنی پیشت خرد کن شک من دید لپیل تاشیتت امتا و اتیتا ان انی شلان او دخون اخنان بلچت تابیلان چندان خب حاصل تا چلیتا در قیلت بشرتت امتا یا хотел попросить вас сделать несколько шагов против ассимиляции нашего народа. Первое, хотя бы в день одно слово выучить ассирийское. Раз в неделю позвонить своему знакомому ассирийцу, чтобы поддерживать связь, знать друг друга. Раз в неделю хозяйка семьи приготовила одно блюдо ассирийское. Хотя бы раз в неделю из вашего семейства, из вашего рода приходил в церковь. Или бы раз в месяц вы приходили туда, не только увиделись, не только общались и положили свой рубль на благое дело. И чтобы... Я еще не сказал, чтобы кто-нибудь из вашей семьи приходил в воскресную школу, изучал язык, не было возможности у вас, есть возможность у вашего ребенка. Сделав вот такие шаги, попросите у ваших родителей историю своей семьи. Или родители, подскажите детям свою родословную, передайте же что-то. Если делать такие шаги, то, я думаю, каждый из вас сделает хотя бы один шаг, против ассимиляции. И большая просьба, я не говорил, благодарен всем вам, что с Божьей помощью при поддержке всех вас, ассирийцев, построен храм. Не было священника, столько лет уже есть и священник. И теперь вот вы столько лет помогали в строительстве этого храма. Это вся ваша помощь и поддержка. Теперь огромная просьба, чтобы новому председателю помочь во всем, потому что планы грандиозные, еще многое нужно делать, новый состав есть, новый председатель. Огромная просьба к вам поддержать во всем еще более, чем вы поддерживали. Спасибо большое всем. Спасибо всем. А сейчас песня «Нашратхуме» исполняет ученица ассирийской школы Ольга Геворгизова. Помогает Олечке наш музыкант Володя Васильев. Я хочу коротко сказать об этой песне. В прошлом году мы эту песню исполняли, многие присутствовали.
немножко у нас неудачно было исполнение. Мы не профессионалы, не умеем петь в микрофон. Сегодня Олечка исполнит эту песню. Песня написана 100 лет назад. Доктор Фрейдун Бет Абрамов, псевдоним Атурая, родился в Урмии, в Иране, жил в Тбилиси, закончил с красным дипломом медицинский институт, хирург, травматолог, был врачом при царской армии в Урмии и большой патриот ассирийского народа. Писал очень много стихотворений, очень много переводов, знал несколько языков. И не зря мы эту песню исполняем. Это очень патриотичная песня, посвящена нашему страдальческому народу. Итак, Нашрат Хуме.
братья, сестры. Поздравляю вас с этим праздником, святым праздником. Желаю вам всего хорошего, мира, здоровья побольше, детей побольше. Потому что много теплых, красивых слов до нас было сказано. Да, я единственное могу просто добавить. Правильно, патриотизм – это очень хорошо. Видя вас всех, душа радуется. Но этого недостаточно, потому что пока мы слышим музыку, пока слышим стихи, пока слышим теплые слова, мы патриоты. Но только выходим за пределы вот этого нашего коллектива, забывается много. Большая просьба, да, не забывайте. Если себя называть ассириец, этого недостаточно. Нужно знать свою культуру, свою историю. Ведь наша история очень богатая. А если ты знаешь историю, значит ты великий человек. И каждый человек, зная это все, соответственно, будет передавать своим детям. И так у нас будет сохраняться наш язык, наша культура, наша история. Большое спасибо вам. Поздравляю с праздником. Чум мута нет мутетун. Хужбаба ла мантиле. С праздником. С праздником, дорогие ассирийцы! Спасибо, спасибо за эти теплые слова. Мне кажется, уже самая пора потанцевать.